Ну что, ребяточки, приехали мы на еще на одну часть Бонмаса. We came to another part. Hello guys again. Другая часть Бонмаса. Another part of Bonmas. It's just amazing here. Amazing, beautiful English channel. We've just been driving along sandbanks filming. Sorry, not filming, just looking at long sandbanks. Сейчас как-нибудь вот так. Так, пройдемся секунду, минутку. Наверное, Нейсон с Наделом в машине, там он Дерек там. Папа Наджела, где они там, да, вон, машинка, сосочки нужно надевать. Конечно, тут миллионеров, дома миллионеров шикарнейшие, вот тут я бы хотела, конечно, жить с миллионером, миллиардером, конечно же, а как по-другому, конечно же, хочется с богатым, знаменитым, успешным, не обязательно знаменитым, но с успешным и богатым. Это все мечты, не обязательно найти, искать богатого мужа. Можно самому пробиваться в жизни потихоньку. Ну, я думаю, 40 плюс, 50 плюс уже не так легко пробиться, но все возможно. Дальше. Radio Yacht Club. Вот тут такое. Пул, это area такая. Ну, это я не знаю, это поселок городского типа или город. Но не село. Радиоконтрол Йот Рейсинг. Радиоконтрол яхточки. Ага, тут и буёчки. В общем, сейчас пройдемся. Конечно, тут надо шорты покороче в такую погоду. Сейчас прослушала по радио. They just told us on the radio that it's 33 degrees. 33 градуса сегодня. 33 degrees. Как классно, 33 градуса, точно купаться надо. Но буйки еще, наверное, можно купаться, и буйки там не заплывать за буйки, я так понимаю. Больше как на озерцо похоже. Ну, я спрошу, может быть, это озерцо или резервуарчик. Вот. Или все ж таки это English Channel. Прошу. Sandbanks, обалденная. Я попрошу Надела, может завтра он еще сможет заехать на Sandbanks с миллионером к миллиардерам, заснять эти шикарные виды, знаете, помечтать, что разбогатеем когда-то. Надо же мечтать. И сможем так классно жить, как миллионеры и миллиардеры. Ну вот кому-то не важно, а мне очень важно жить в достатке. Так, парочки прогуляют. Хорошо, я так с Наделом люблю за ручку тоже. Красота, да, ребятки, какая красота быть в отпуске. Хоть на 3 дня, ну 3 ночи, 4 дня как бы. Three nights, 4 days. А тут тенек, тут хорошо, можно без очков. Боже, я бы, вы знаете, я бы здесь жила в Бонмасе. Досит, я так понимаю, это графство Досит. Я бы в графстве Досит жила бы с удовольствием. Недалеко от моря. И приезжать сюда, ну, летом. Может, 2 раза в месяц. И так, знаете, вышел и радуюсь. Смотришь на море и радуешься. Но здесь, я не пойму, резервуарчик тут или озеро, или что. Неважно. На море не очень похоже. Наверное, более как резервуарчик. Резервуар. Or an artificial lake. Or what? Doesn't look like sea. If I could, I would just really... I'd be so happy to live in Dorset, live in Bournemouth, outside Bournemouth, suburbs of Bournemouth, Посмотрим, we'll see what the population is like. We'll check. I would love to live here and, ну, obviously, in the millionaires area. Obviously, конечно, там, где миллионеры и миллиардеры живут, конечно же, там. Ну ничего, там где и средний класс тоже можно жить.
Ну, не в бедности. Ну, не то, что не в бедности. Ну, не в бедности. Желательно не в бедности. Вот. Ну, это уже у кого как получается. Тут все, видите, ребятки, все это наследство. Inheritance. В основном это все наследство. Там Найджел Нейсон сзади. Сейчас скажут, не снимай, бла-бла-бла. Нас не надо снимать. Лично не снимай. А я буду снимать, потому что это моя память. И за my memories. Пройдемся, прогуляемся. Конечно, мне нужен туалет, ребятки. Вот я там снимала, не сходила, там, где они гуляли. Они туда прогуливались вдоль, нашли туалет. Но Дарик ходил в туалет, а я не нашла. То есть я не пошла в ту сторону с ними. Я же снимала, заснимала видео себе там возле водички классной. Получается, я... Сейчас туалет надо где-то кустики искать, я так думаю. Я не думаю, что прям здесь я найду туалет. Ну ничего, где-то в кустиках секретных. А что бывает? И так на природе так бывает. Ничего. I need to find the toilet. Or if I don't find the toilet, then I need to find the secret bush where I will have to go and hide. Бантик у меня такая шляпка. Вы знаете мою шляпку с прошлых лет. Еще в Испании она у меня была. From Spain. С 19 года. Уже 3 года прошло. Боже. В Испании были 3 года назад. 3 years ago we went to Spain. As if it was yesterday. The time is flying. Quickly. Быстро время летит. И так хочется, чтобы Катя здесь побывала, и все мои подружки, и мамочка. Будем мечтать, что все побывают, и Катя, и мамочка. Так, выходим на солнечную территорию. А, Нейсон и Найджел в тенечке там стоят. Там решили поставить в тенечке. Не видно так столько. Ну я стукнулась. Сейчас я, конечно, тут буду где-то искать местный туалет, прятаться. Тут особо не спрячешься, но нужно. Знаете, когда припечет. When you're desperate for a toilet, you'll find a bush anywhere in a secret place. If you didn't go to toilet on time, when there was a chance and you missed it, and then you're driving somewhere and О, здесь луна, и такой пирсик. О, смотрите, можно там пройтись, такой пирсик. Сейчас пройдемся. Пройдемся. Давайте. О, такой пирсик длинный. Боже, как классно. Там все соединяется. Вот как мне понравилось. I like Sandbanks area. Millionaires and billionaires area so much. Yeah, I like millionaires and billionaires. I like them and I like their money. I like their success. That I want to be millionaire, become millionaire myself, or at least a stable middle class, so I can see the whole Europe and half of the world or most of the world. Вот такой, видите, пирсик. Можно по нему идти далеко. Пойдемся. Конечно, миллионеры и миллиардеры — это всегда привлекательно, ребятки. Ну, для этого, видите, как они становятся ими. Во-первых, это наследство. Кто-то как-то успешно, их там дедушка, папа, дядя. Успешные бизнесы в основном. Ну, во-вторых, это действительно талант какой-то в чем-то. First, how do you become a millionaire? Number one could be inheritance, obviously, most of the time is inheritance. Penny to penny, да? Прилагается penny к penny, копеечка к копеечке, и забирать, так, видите, наследство. Millionaires, billionaires. Второй пункт, как стать миллионером. Это быть талантливым. Number two, how do you become a millionaire?
You talented. Вот, хоть бы очки не упустить, надо держать крепко. Может, сумочку положу, чтобы не упустить. Нужно, конечно, иметь какой-то в чем-то талант. Там, или в спорте, спортсмен. Ну, кто успеет до 40 лет. Если в спорте, конечно, надо рано начинать, рано заканчивать. До 40 лет, 40, за 40 или 40. You start your sports training and the child work very hard, achieve results. Ну, спорт это такое. Sports is not reliable if you achieve or not achieve. It's physical. Like you lack more physical. Must be physically developed. Sports, what else? Ну, singing, dancing could be any talent, anything that you're good at. And you really achieve and get rewards. That winning money and then you can invest in the property. But you have to work really hard for it. What else? No, you can achieve in your career. You can be a successful IT professional, doctor, surgeon, engineer, architect. You can just be a nice middle class, stable middle class and go on holidays. Like my dream is to go on holidays. Смотрите, какие домики там классные. Боже, какие классные. Здесь тоже миллионеры живут. Ну, то есть миллион, больше миллиона домик стоит. Классно, да? Да, можно вот так пройтись, вот так вот, вот так и вернуться, так и сделать. Так, ребятки, ну, в принципе, не будем грустить, что кто не миллионер, кто, if you're not a millionaire, not yet, or never gonna be, you can be a stable middle class and still enjoy your holidays, go on holidays. Не обязательно, знаете, для счастья, to be happy for your happiness. It's not 100% so important to be a millionaire, to become one. Ну, ничего. Ну, нет миллиона долларов, фунтов, ну, что сделать? Ну, ничего. Можно быть средним классом, конечно, бедным в счастье не поживешь, а средним, хорошим, стабильным классом можно быть. Вот. И ездить в отпуска, радоваться жизни, наслаждаться. Вот давайте друг дружке этого пожелаем. Это друг дружке. Рыбка! Смотрите, какая рыбка. Наверное, не будет видно. Конкретно большая рыбка. Ой, как сомик какой-то. Сомик. Ну, может быть, будет видно позже. Если поближе. Прям такая рыбка. Ой, ребятки, ну, я вас отпускаю радоваться жизни, зарабатывать, развиваться. А я еще вот там пройду, сделаю вот такой круг. Вот там до конца дойду, потом там вернусь, вот так, к тех домикам миллионеров. И назад к машине Наджела, папе Наджела и Наджелу Нейсону и Дереку. Ой, I'll just make this circle around. And... Enjoy fresh air and sunshine. This reservoir is beautiful. Beautiful sandbanks area, beautiful. Beautiful millionaires, billionaires houses, beautiful. I love it so much. Kiss-kiss. Have a lovely day. Всем счастливенько. Всех люблю, целую. Спасибо. Thank you for your like and subscribe. Thank you for your support. Lovely comments, kind comments. See you in my next video, guys. See you later. Bye-bye. Have a lovely day. Enjoy your holidays. Stay safe and in peace. And be successful in your career. И удачи вам в вашей карьере. Успехов. Добиться всего, чего вы желаете.